Закрытие творческого сезона в пустом зрительном зале. Из-за пандемии коронавируса впервые за 75 лет работы главного культурного центра нашего региона коллективы Дворца культуры «Арктика» покажут номера в формате онлайн-концерта, который пройдет 5 июня. О времени организаторы сообщат в официальной группе Дворца культуры «Арктика». Далее все подробности. В зрительном зале Дворца культуры «Арктика» пусто. На своих привычных местах лишь сотрудники и неизменные ведущие всех городских мероприятий. Именно в таком формате пройдет заключительный концерт творческого сезона. Ну, это на самом деле очень-очень непривычно, потому что мы привыкли к аплодисментам, мы привыкли ко всеобщему одобрению. Нам это очень льстит и очень нравится. Но мы искренне надеемся, что и такой формат тоже понравится. Но не хотелось бы к нему очень сильно привыкать, потому что хотелось бы уже наконец-то встретиться со зрителями лицом к лицу. То есть нам это нравится больше, мы для этого сюда и пришли работать. В период самоизоляции работа коллективов не прекращалась. Некоторые номера ставили в онлайн-режиме и записывали прямо на улице. На самом деле очень сложно, потому что вот реально нет никакой энергии от зрителя, нет отдачи. Но зато мы находим какие-то новые решения, новые способы и учимся чему-то новому, потому что для вас это может быть, да, привычно, а для нас это прям в новинку. И ты уже на месте понимаешь, что обычные нам привычные вещи делаются абсолютно по-другому. В связи с запретом на проведение массовых мероприятий, творческий сезон был отработан лишь наполовину. И, как говорят организаторы, именно на закрытие сезона перед ними стоит задача выложиться по полной. Не обойдется и без традиционных добрых шуток и сюрпризов. Даже когда мы делали пролог, да, к этому концерту, мы понимали, что вот он зритель, и вот он видит только картинку. То есть здесь нет никаких каких-то технических средств, вот именно, которые мы можем использовать на сцене. А это вот есть человек, есть камера и есть мысль. И ее нужно как-то донести, чтобы это было интересно и чтобы это было в тему. Но даже несмотря на продиктованные ситуации формат концерта, организаторы обещают сделать так, чтобы юбилейный сезон остался в памяти жителей нашего региона. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, телеканал «Север».